Всем привет, с вами Костя Фест, и я сегодня вам покажу, как и обещал ранее, о том, что буду выкладывать примеры работ, как классно снимать. Просто нужно полностью собраться, выбрать стиль одежды подходящий, прям такой, я люблю осенний, такой желтый, серый, все такое беленькое, золотистенькое. Выбрал листву и выбрал свая. Я использовал вспышку, обычную подсветку, лампу LED. У меня есть внешняя вспышка, но в этот раз мы не использовали. У меня такие более нейтральные результаты работы. Покажу вам в конце. Работы получились отменные. Мне очень понравилось. Приходилось фантазировать и делать такой необычный лук. Самое главное, все-таки надо, наверное, работать со стилистами. В этот день я был без него. И, естественно, я промахнулся. Я не увидел о том, что там пальто где-то немножечко мятое или еще что-то. С другой стороны, очень здорово поэкспериментировать и снять, кстати, неплохое видео. Еще выйдет видео на этот эпизод. Эпизод оказался очень неплохим и интересным. Мы нашли заброшенное место в городе Ханты-Мансийске. И в этом заброшенном месте достраиваются дома, было действительно страшно, машина увязла, но выбрались легко и быстро, нашли заброшенные балки, котельную, в заброшенных балках, похоже, кто-то живет. Но на момент съемки мы там никого не обнаружили, там никого не было. Только детские игрушки, оголенные провода 220 и полное время. Очень интересное событие, когда можно что-то про... Это место действительно оказалось, на мой взгляд, достаточно таким экстремальным, и поэтому оно мне понравилось. Была, кстати, не очень шикарная погода, было очень ветрено, и потом пошел дождик. В общем, я не очень-то люблю, когда здесь, когда во время съемки происходят какие-то видоизменения, потому что снимать становится все сложнее и сложнее. А вообще знатное такое видео получилось, и совсем скоро я его уже доделаю, я его выложу, будет очень здорово. Что мы использовали в кадре? Это солнечный облачный свет. Я использовал обалденное место, я использовал плитки, балок, медленную походку, и я использовал даже детские игрушки, которые, но позже я их удалил, потому что они мне для кадра не совсем подошли, и я бы не сказал, что я их хотел как-то использовать. Далее мы ходили по плитам, именно по которым надежно зафиксированы, мы гуляли по полю, и вообще было на самом деле замечательно, а не просто такой тяжелый эксперимент, потому что обычно как вот придумывают люди, что позируют модели, что-то делают, и постоянно нужно что-то придумать. Здесь никто не позирует, просто стоит одним боком и другим, и в этом весь секрет, в том, что получится достаточно интересно. И главное, что эффективно, на самом деле я очень счастлив, что эта съемка прошла, надо это все это реализовать, выложить наконец, потому что уже прошло некоторое время. С вами был Костя Фест, и следите за новостями, подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, если вам понравилось видео, комментируйте, я буду с радостью отвечать на все ваши комментарии. Пока, и было здорово, спасибо и пока.